Сургуте накануне тушили крупный пожар в гаражном кооперативе «Северо-Восточный». По предварительной информации спасателей загорелось СТО, внутри которой находится 5 автомобилей. По словам очевидцев, они услышали сильный хлопок на станции. Огонь распространялся очень быстро, и через 40 минут площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Усугубило ситуацию наличие в СТО лакокрасочных материалов и газовых баллонов. От высокой температуры горения обрушилась кровля. На тушение пожара работали 60 человек личного состава и 20 единиц техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания. Я как пользователь, мне было очень удобно, честно говоря, пользоваться услугами данного СТО. Но по технике безопасности я не знаю. Есть органы, которые должны проверять. Открытое горение было ликвидировано 20 часов 55 минут. В 7 часов утра 13 декабря была объявлена полная ликвидация пожара. То есть в период после ликвидации открытого горения пожарными осуществлялась проливка, разборка конструкции в целях исключения появления возможных очагов повторного возгорания.